Кексы? Кекса, иди домой. Вот жених, так жених ушел от дома и встречает хозяйку. Кеша, ты что туда спрятался? А, Кеша? Пускай тебя никто не трогает. А? Всем привет! Вы на канале «Деревенская жизнь в Сибири». Сегодня уже второй день, короче, сыпет снег. Невозможно откопаться. Сосед сегодня мне помог, на тракторе прочистил. А теперь надо бока и к дороге прочиститься. Вот так вот у нас такие пироги. После того, как мы почистили снег вместе с вами, сейчас мы
будем жарить наши голубцы, те, которые мы в предыдущем ролике вместе с вами мы их стряпали, делали. Стряпали или лепили, или ну как захотите, так и понимаете меня. Стрепухи, повара. Вот, ложим. У нас уже сковородочка шкварчит. Вот сковородочку наложили голубцов, и они будут сейчас у нас жариться. Пока они у нас жарятся, мы с вами будем делать салат. Сейчас мы будем с вами делать зимний салат. Для этого нам понадобится колбаса, яйцо, лук вот такой взяла я, горошек, огурцы и майонез. Приступаем. Сначала я порежу, конечно, миленько лучок. А тем не менее, у нас на плите жарятся голубцы. Горошек добавляем. Колбасы добавляем по желанию. Хотите побольше колбасы, значит побольше режьте, нарезайте. Это уже ваше, ну, на ваше усмотрение. Кто-то скажет, что это оливье. Ну да. Можно сюда картошку вареную и морковку добавить. Будет оливье. Ну а я сегодня делаю именно зимний салат.
настало время нам переворачивать наши голубцы. Ух, какие голубчики поджарились у нас. Ух, поджарились хорошо. Надо убавить нам маленько. Накрываем крышечкой и пусть дальше жарятся на голубцы. А мы дальше продолжаем с вами делать салат, зимний салат. Так, сюда мы добавили с вами лучок, горошек, колбаски. Дальше мы добавляем с вами яйцо. Яйцо отварила я 5 штучек. Ну, всегда так делаю, по 5 штук. Мне нравится, когда больше яйца. На мой взгляд, я добавляю вот столько. А как вы добавляете, это уже ваше дело. Хоть можно 3 яйца. Сколько вот душе угодно. Пора нам переворачивать и снимать уже наши голубцы. Пожарились наши голубцы. Ох, какие цвета. И нам надо переложить нашу горшочек. Не горшочек, а казаночек. Ошиблась я. Вот.
много я не стала жарить. Для меня для одной этого хватит. Сделала я маленечко чуть здесь вот такую, как бы, лучок насыпала. И морковочки сюда добавила. Вот. Сейчас немножечко майонезику сюда добавлю. И добавлю, конечно, майонеза. Майонеза, водички, и поставлю тушить это все. А мы продолжаем доделывать наш салат. Дорезаем мы последнее яйцо. Чашку, салатник. Перемешиваем. И последний ингредиент у нас остались огурцы. Огурцы свои маринованные, поэтому салат будет очень вкусным. Все покупное, кроме своих огурцов и лука. Хочется все равно салатиков на завтрак, на ужин. Да хоть каждый день можно любые салаты делать. Еще вот такой маленький один добавлю, и достаточно для такого салата, хватит. Ну, кто-то больше любит огурцов, пожалуйста, добавляйте побольше. А у нас на плите тушатся голубцы. Ну вот и салат готов. Теперь остался последний ингредиент для нашего салата. Это, конечно, майонез. Майонез тоже по вкусу добавляйте. Салат готов.
Ну вот, наши голубцы готовы. А также наш салат, зимний салат. Всем приятного аппетита! Готовьте с радостью. Готовьте каждый день. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. До новых встреч на нашем канале.